Полувековой юбилей отметила школа для слепых и слабовидящих детей в Хабаровске. В этой школе свою путевку в жизнь получили немало якутян, поскольку до 1998 года, пока якутская коррекционная школа не получила статус общеобразовательной, дети с проблемами зрения из республики выезжали учиться как раз в Хабаровск, передает наш СОПКОР Стас Михайлов. Хабаровская школа для незрячих детей была организована осенью 1966-го. В те годы учителя стали первопроходцами тифлопедагогики в крае. Ими была освоена система письма по Брайлю, методика работы со слепыми и слабовидящими детьми. За полвека школу окончили более 1000 юношей и девушек. Среди них кандидаты философских, педагогических и медицинских наук, спортсмены, участники паралимпийских игр и многие другие. Сегодня мы тоже можем гордиться нашими учениками. Дети с инвалидностью, они имеют право выбирать форму государственного экзамена. И эта форма — государственный выпускной экзамен, либо единый государственный экзамен, который сдают все дети в обычном режиме, заканчивая среднюю школу. Так вот, наши дети выбирают форму единого государственного экзамена, чтобы быть наравне со всеми. Помимо знаний, получаемых по общеобразовательной программе, ребята также имеют возможность развивать свои способности в других областях, таких как спорт, музыка, прикладное творчество и другие. Причем на уровне не ниже, а иногда и выше своих зрячих сверстников. Якутяне, учившиеся в этой школе, имели спортивные разряды по легкой атлетике, шахматам и другим видам спорта. Сегодня бывшие школьники вспоминают годы чудесные. Поблагодарить руководство школы и учителей от лица всех выпускников из Якутии специально приехали бывшие ученики. Школа действительно, это, как говорится, человеку дает старт, чтобы он мог успешно начать свою самостоятельную жизнь. И эта школа нам это дала. Мы как-то здесь очищали родные стены, потому что в то время, конечно, очень современная школа была, очень светлая, чистая, поэтому нам нравилось. И мы тут свои разные специальности нашли. Сегодня школа продолжает добрые традиции ее основателей, снова и снова доказывая на практике, что диагноз в медицинской карточке всего лишь строчка в характеристике ученика. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.